У меня проблема появилась в 214 году, когда я упала. А живем мы тут с 204 года. Пані Зинаїда пригадує той день, коли отримала другу групу інвалідності. З того часу стала відчувати усі перепони, що знаходяться перед входом у під'їзд. Раніше вона могла трохи перепочити на лавці. Тепер скамейки там нету, розбита скамейка. Вот в прошлом году тут мусорник был такой, что и крысы бегают. Ну, туда выйду, никаких дорожки нету, ничего. Я могла с двумя палками пройти до арки и потом назад. Прихожу тут на скамейке, отдохну и опять. Ну, какие-то у меня движения были. Теперь мне и по состоянию стула хуже, и я не могу там идти. У дворі ще є вцілілі лавки, але у теплу пору року там інші перепони. Ну и как дети. Вот бабка им надоела, что-то могут и сказать, и камушек подложить на скамеечку, пока я пройду. Ну, никаких. И вот это в 217 году мне сказали, что сделают. А потом были звонки, звонят, не называя квартиру, то есть фамилию не называют. Вот. А где мы вам возьмем скамейку? Але найбільшою проблемою вважає відсутність перил на ганку. Зинаїда каже, тримається за стінку, коли повертається додому. Зараз їй це важко робити. І не тільки за станом здоров'я, а й через зруйнований ганок. Тому вже кілька місяців не виходить з дому. Сусідка моя і збирали підписи, щоб зробили крильцо. Там, коли дощ, так там взагалі треба сапоги одягати, щоб пройти. Там яма така. Прийшла мастер, посмотрела і все. Ну и на этом кончилось. 250 гривен я плачу за содержание дома. Но это крыльцо даже не можем мне сделать. Но самое интересное, сказали, по этому проекту не положено. У департаменті житлово-комунального господарства пояснюють, всі проблеми вирішити можна. Втім, деякі послуги треба сплачувати окремо. Ремонт крыльца теж запланований на второй квартал 2019 года. А по поводу перила. При строительстве дома перила не были запроектированы, поэтому возможности установить по текущему ремонту нет. Но есть возможность рассмотреть заявление жильцов, отдельное заявление жильцов за отдельную плату именно этого подъезда установить эти перила. Встановлення перил обійдеться мешканцям у 7 тисяч гривень. Решту робіт можуть виконати в межах сплати мешканцями за утримання будинку. По информации запрошуем сервис, на лавочке отсутствует одна рейка. Во всяком случае, у меня такая информация. Они готовы восстановить лавочку и эти прибить рейки, а может быть и поменять рейки второй квартал 2019 года. То есть у них эти работы запланированы по текущему ремонту. А якщо мешканці всього будинку сплатять борг у розмірі понад 60 тисяч гривень, у департаменті обіцяють здійснити і такі роботи. Это ремонт шиферного покрытия, ремонт слуховых окон. Это то, что запрошуем сервис запланировал по текущему ремонту на этот год при оплате жильцов. Ремонт водосточных труб, ремонт цоколя, отмостки, примыкание к отмостке, ремонт дверей, 2 единицы, замена инженерных сетей, 150 погонных метров, замена запорной арматуры, 22 единицы, ремонт трещин по фасаду. Антон Рудак, Андрій Позняков, Віталій Подолян, ТВ5.